Да-да-да. Раз, два, три. Хоп! Вот так. На раз, два, три она заставляет биться студенческие сердца в унисон со своим. Вера Медведенко уже 6-й год руководит театром под названием «Маска». Это ее далеко не первое детище, но особенное на сцене молодежь аграрного университета. Здесь совершенно другая среда, но здесь ребят, которые горят и страстно желают чего-то сделать на сцене. И они принимают мой мир, который я им предлагаю для создания на сцене, они начинают верить в это. Они приняли ее мир, а она научилась принимать и понимать их. Традиционные актерские тренинги сочетают с современной молодежной культурой. Для Веры Медведенко в профессии важно время, которое она научилась слушать. Когда ты не слышишь время, ты немножечко сам остаешься там, в прошлом. И не люблю вот эту, знаете, фразу «бойцы вспоминают минувшие дни». Я не люблю ностальжировать. Я люблю вот быть или во времени, или впереди. Несмотря на это, есть вещи, которые режиссер не может понять. Это стремление многих людей, особенно девушек, избавиться от собственной неповторимости. Говорит, в актерах ценится индивидуальность, в том числе внешняя, а не идеальное кукольное лицо. Настоящие брови, настоящие губы, оно всегда ценится. Особенно, зачем это актеру? Потому что актер должен уметь передавать, если он не может на губы свои там вот как-нибудь сделать так, потому что у него накачано или вот здесь прокачано так, что он ничего не может эмоций. А зачем? Медведенко считает, что ей везет на студентов. Во всяком случае, посторонние в ее коллективах не задерживаются. Она ценит в людях искренность и правду. А еще Медведенко за трезвость. Трезвость по отношению к своему успеху. Убеждена, только так можно состояться в профессии. Елена Кузовкина, Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.